Привет, ребята! Сегодня мы будем снимать мои старые рисунки. Они хранятся в вот этом альбоме для рисования. Смотрите. Да. Вот такой у меня красивый альбомчик. Давайте начнем. И первое, что у нас здесь есть, это мангл. В общем-то, мангл такая красивенькая, правда, это ухо очень странное. Какое-то меньше, а это больше. Нос почему-то черный. А так мне все нравится. Меня все устраивает. Дальше. Нарисованная Балора. Да, я здесь нарисовала Балора. Было, чтоб понятно хотя бы. Ну и сама Балора с крыльями. Вот крылья меня вот здесь бесят. Я лошадей вообще рисовать, походу, не умею. Я нубик. Ну, здесь, типа, музыкальный знак. Не знаю, я пыталась рисовать Балору, которая там, типа, танцует, но это очень сложно сделать. Почему-то голубые румянцы. Почему-то голубые румянцы. И какого фига они голубые, если они должны быть другими? Они должны быть сиреневыми. Ладно. Дальше у нас Circles Baby. Ну, почему-то с рогом. Ну, нормально, в общем-то. Крылья пыталась рисовать. Вот шея. Шея. И одно лишь меня везде бесит. Вот, ребят, посмотрите. Сейчас. Вот на этом рисунке у меня копыта как нож острый. И вот и на вот этом рисунке копыта острый как нож. Алло, как я, блин, рисую? Ладно. Это Балора. Я тогда хотела нарисовать какую-нибудь балерину. Но тело я взяла, прическу я тоже взяла. Лицо так нарисовала, а глаза так. Тоже нарисовала. Ну, можно примерно считать это авторский произведение, потому что тело я просто срисовала. Ну, и чуть-чуть от себя добавила там перчаточки. Ладно, дальше. А, кстати, ребят, вот видите вот это? Это у меня с прошлого альбома было. Ну, я зачем-то и вклеила. Здесь у меня Волбит. Это примерно срисовка. Вот. И с юбочкой. Красивым таким хвостиком. И очень милыми ушками. Ну, просто это... У меня точно так же. Торчат края. Ну, это... Я просто один раз наткнулась на очень красивый аниме-рисунок. Ну, я решила подделать это под Волбит. Бантик я нашла самостоятельно. Глазки тоже нашла. Хвостик тоже. Ну, практически я считаю... И разукрасила под Волбит. Но практически я считаю это авторским произведением. На это не обращайте внимания. Просто хотела сделать собственного аминотроника. Почему-то назвала Элизабет Фасберт. Она состоит из нескольких частей марионетки, Бэби. Одной косы хотя бы. Примерно Волбит, шляпы, хвостиком, баняша. Ну, щёчками, тройников, ботинками, как у Бэби, юбка, как у Балоры. У меня очень странная фантазия. А, забыла. Глаз, как у мамы. И смотрите сюда. А, кстати, зеленый глаз, как у Бэби. Я очень Бэби люблю. На это не обращайте внимания. А, вот. Волбит. Вот ухи как-то вместе срослись. Глаз, слава богу, нормальный. Шея тоже примерно. Вот рука ребенка. Она типа дает мороженку. И рука ребенка какая-то дряхлая. Ну, крюк есть. Кроссовочки. И очень большой хвост. Очень большой хвост. Ладно. Переходим дальше. Недоразукрашенный кексик. Срисовка Бэби. Я просто сделала большие косички. И у меня получилось
бэби с очень большими косичками и очень красивой помадой и очень большими глазами. Это типа фриск недорисованная. Это типа я в Гачалайф себе делала, и у меня не получилось, у меня очень по-другому все в Гачалайф. Я скоро выпущу Гачалайф. На это не обращайте внимания. Это слайм. Остаток его пока что. Это я в лайках видела. Деревья очень странные. Небо идеально. Это комикс, который я даже читать не буду. Мне стыдно. Вот ошибки. Прикольно. Йенард, я приша. Что за фигня, ребят? Это просто пустой листик. О, вот этот мне рисунок очень нравится, потому что у меня на пенале была вот эта девочка. Рядом с ней сидела кошка и еще сова вроде бы была. Но я срисовала ее в такой позе в виде марионетки. Мне очень бантик нравится. Очки и браслетик зеленый. С ноготками и... Ну, кроссовки и все, а дальше все понятно. Волосы. Ой. Это тоже у меня был такой букет. Тоже такая книжка была, как бы. Ну, это типа Синди. Фиолетовая. Я рисовала. Это срисовка. Сердечки, авторское произведение. Крипер. Начался Майнкрафт. Я скачала приложение, где я срисовала крипера. Ну и типа такого парня, который я сделала под той Бонни. Это я срисовала не мой. Я срисовщица. Кстати, аниме недоразукрашенное, как вы видите. Это я просто так что-то хотела рисовать. Про это вообще не спрашивайте. Это я типа смотрела «Спроси страну» на канале одном. Ну и хотела нарисовать Россию. А у меня получился то ли Китай, то ли не Китай, то ли Германия. Я очень странная какая-то. Это мангал топчик. Это просто какая-то размазня. Это от размазни осталось. Вот смотрите. Вот мне глаз ее очень нравится. Смотрите, как переливается. Типа фриск. Ну, очень странная, правда, фриск. О, это я помню. Это я глаза рисовала красиво. Так переливающиеся. Мне тогда еще карандаши такие купили. Это я пыталась рисовать чару, которая очень красивая. Ну и все примерно. У меня дальше альбом заканчивается. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. И я буду еще снимать видео, где я в Гачалайфе типа нарисована. И кстати, ребята, мне очень печально это говорить, но я ухожу с канала, с Ютуба. Это мое последнее видео. Всем пока. Да шучу я, блин. У меня... Я не закрываю свой канал. Я просто... Открываю новый канал Алиса Эллисон, на котором пока что еще нет видео. Но не волнуйтесь, они обязательно будут. Прям обязательно. Ну... И пиши, и еще я буду делать рубль, и я буду в Гачалайфе делать Я, короче, познакомлю вас со своей бандой. Да, у меня есть банда. У меня там есть друзья. Я познакомлюсь со своей бандой. Это будет мой первый ролик, а второй ролик будет, где я буду отвечать на ваши вопросы. Так что пишите. Точнее, выполнять ваши действия.
Пишите под этим видео ваши действия, что, например, сделать мне. Но сначала на канале Алиса Эллисон посмотрите это видео. Посмотрите видео с моей бандой. И вы наверняка, чтоб все поняли. И еще, ребята, хотела вам кое-что сказать, но это я забыла. А, вспомнила. Я не буду удалять этот канал, потому что на нем и старые видео, и я не хочу их удалять особо. Я этот канал ставлю, но на нем не будут выходить видео. Я просто оставляю свои старые видео. Ну что ж, всем удачи, пока-пока, и пишите здесь... Ну, ничего пока что не пишите. Действия вы пишите под следующим роликом на канале Алиса Эллисон, на котором скоро выпустится новое видео. И первое видео. Ну что, всем пока. Пока-пока. Удачи всем.